Всем юхай, с вами я, Майн, и вы на канале Майн Гейминг, и мы продолжаем идти к 20-му левелу в Валоранте для того, чтобы открыть матчмейкинга, да, вот это вот все. Я заболел, да, у меня горло першит, я только что брызнул в горло, чтобы не болело, и вроде как это работает, прикиньте, да. Рейтинговая игра. Я хочу определенно узнать, что такое рейтинговая игра в Валоранте матчмейкинг. Я хочу это узнать, хочу это ощутить. Насколько это круто и офигенски. А мы в данный момент находимся, а не успел посмотреть. Но если не ошибаюсь, мы на 12-м левеле на самом деле. Вот, если что, я извиняюсь, конечно, за свой голос. Я же опять же говорю, я заболел. А мы берем Феникс и его выбираем максимально быстро, потому что я обожаю Феникса. Да. Карта Хавен. Хавен это. Короче, скоро обновление, как вы все знаете, в нашей великолепной и любимой игре, как Stand of Two, Five Years, Battle Pass, будем проходить круто, если не ошибаюсь, новый сезон. Разработчики, я не успеваю апнуть легенду, ну вы что? У меня в данный момент в стендофе, на момент записи данного видеороличка, у меня в стендофе, чтобы вы понимали, мастер в матчмейкинге, да, ну, как бы в соревновательном режиме, и и чемпион в союзниках, но при этом в союзниках я бывший мастер тоже, так что все окей, вот. 20 секунд осталось, можно я покажу, что управление чекну? Я побежала! Действия, интерфейс, вот это вот вся... Режу измерение. Не, подожди. Общее. А, во-во-во-во-во-во-во-во-во. Инвертировать мышь, я вот ускорение. Чё? Чё, а куда я нажал? Нет зарядов. Не понял. Ускорение. Ускорение, насчет ускорения, вот в этом проблема небольшая. Пацаны. Да, офигеть. Ну, спасибо, конечно, действительно, блин, спасибо. Я от тиммейтов отстал, как вообще, как не знаю кто, как бот какой-то, блин. Да! Что, у нас все окей, 60 кадров в секунду. Все зашибись, все офигенно. Понятно. Ну да, чел 4 килла сделал. Ладно, я думал эйс. 4 хила чел сделал просто сразу в антапе в голову и все. А вау, офигеть, круто, зашибись, мы слили. Ладно. Давайте уж сосредоточимся на игре, а то, конечно, есть много что... дайте чекну, пожалуйста, запись идет. Есть много что рассказать на самом деле, но лучше я этого делать не буду, я сосредоточусь максимально на игре, потому что, ну, как-то так. Там жесткие челики играют, что могу сказать. Так, подожди, я со спайком. Сейчас побежим, подожди, сейчас побежим. Я оброс, мне уже стричься надо, это вообще. Это обустрейшнс. Ой-ой-ой. А! Можно излечиться? Спасибо. Все, спасибо, я излечился. Нет, это очень классная способность лечиться. Сюда! То, что ты сам себя можешь лечить. А, тут я теряю хп. Спайк установлю. Ага. Ой. Ну, сколько? Я одному челу нанес 42, второму 57. Вообще, вот, вот отличная, кстати, да. А мне что? Размер мини-карты. Я бы хотел бы его увеличить, это да. А, мне хотелось бы... инвертировать мышь. А, что такое? Вот давайте вот я вот прямо сейчас в интернете гляну. Осталось прям в данный момент. Мы... А, это мы так слили, да? Клач. Я в афиге. Кто еще думает, что может... А, не, мы выиграли? Инвертировать мышь. Что это?
Инвертировать мышь, инверсия это... Перезаряжаю. Стой, пример, вообще эти мышку передуваю, что вверх. А, так она у меня там выключена, да? Я же правильно? Да, выключ... В приближении... Короче, просто я это... Думал, у меня стоит ускорение, потому что ускорение это фигня. А чё так жарко, дядю, я уже вспотел. Потому что это ускорение мыши это полная фигня, поэтому я как бы ее убрал. Чего? Я не понял, ладно. Походу это будет как в прошлом видосе. Сначала мы сливаем, а потом начинаем тащить. Ну именно про меня. Потому что я помню, сначала я вообще был батом слитом, а потом я такой, опа-на, нифига себе, лячу даю вообще сайберспорт максимальный. А сзади... Что ты делаешь? Что ты делаешь, чел? Что он... Что это было? Что это было? Что? Я вообще на последнем. Я просто... Ну, у меня, по крайней мере, помощи убьем этого Сайфера. Сайфера надо убить, да, вы правы. Надо убить Сайфера. Я... Что мне взять? Подожди, скорострельный дробовик. Он дорого стоит. Ну, ладно, я уже взял. Всем пока. Где Спайк? Вот Спайк. Слушай, подожди. Если Спайк идет сюда, то знаете, что я могу сделать? Я могу вот сесть здесь... Прям вот могу вот тут вот сесть в углу и ждать, когда придут противники, и начать по ним зажимать. Вот так вот. Там. Там. Враг на С. Враг на С, враг на Б, понятно. Не, подожди. Вспышка! Вспышка! А, сори, Тим. Осторожно. Подожди, нам нужно отсюда валить, мне кажется. Тут, тут! Подожди, это скорострельный дробовик. Почему? Чё за бред происходит? Это скорострельный дробовик, я повторяю еще раз. Я нажимал, я зажимал, а он... Ладно. А, еще да, сегодня суббота. Вместо того, чтобы спать до 12, мы в школу ходили, да? Чтобы написать экзамен по русскому языку, пробный, да, ОГЭ по русскому языку. Прикольно, нормально, я написал, ушел, все красиво, четко, офигенски. Что нам делать? Перезаряжаю. Я не понимаю, я хочу спать, мне надо что-то делать. Может, реально я фулл фокус, надо было, может, размяться? Там. Там. Да срать я хотел на то, что он там. Глаза берегите! Тихо. О, вам лучше бежать. Шутки кончились! Вам конец! Осторожно! Кому я это сказал? Да вы серьезно? А! Хорошая попытка! Да на... Один игрок. Это че это тема? Че это за фигня, которая тебя задерживает? Не выкупаю пока что прикол. Я игру не чувствую. Хотя, может быть, чувствую, но при этом нифига не чувствую. Что за бред вообще происходит, я не понимаю. Хорошо, давайте попробуем попропушить, потому что сидеть не получается. Это как раз таки то, что я сейчас в данный момент понял. Сидеть у меня не получается. Я хочу спать. Можно мне не спать, но хотя бы играть. М? Давай, валяй. Исправляй, братик, исправляй. Сфера запущена. А, это тип... Время охоты! Скоты. Правда, а. Получай. На, понял, все, первый килл, фейковый рематч. В смысле, всем пока нет? Понеслась. Подожди, подожди, я восстанавливаю хп. Остался один игрок. Ладно, ладно, я убил чела, второму 60 нанес, я лечился, я сидел, лечился, восстанавливал себе хп, алло.
Я хотел потом еще Ешку под себя кинуть, чтобы вообще сотку себе восстановить. А эти челы тут что-то выеживают. Нормально. Вообще нормально, блин. Все, вроде что-то есть. Во, кстати, размер мини-карты я увеличил, это очень хорошо. Теперь более-менее плюс-минус понятно. ФПС клиента 60. Нормально, нормально, нормально. А! Нет, 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 нет. Убили, убили. Ля, ты что так это? Вспышка. А! Хреновая вспышка. Да чел! А, я сделал килл? Глаза берегите! Подожди, 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 подожди. Да ну челы, ну, чел дал минус 3, я понимаю. Я побежала! Беги. Нет заряда. А, я хотел сказать, я сделал 3 килла. Нет, это вот она сделала 3 килла, я сделал всего лишь 2 и одну помощь. Я КД себе всираю, даже не зная, как его посмотреть. Ну, 34. Чего за... Чё? Шо? Эй, не спать, дел по горло. Не-не-не-не-не, не надо, не надо, ребят. Сдаваться, смысл сдаваться? Вот ответь мне на вопрос. Это же обычные типа ЗБшки, да? Блин, знаете, вот Valorant это тупо КС, скрещенное с Overwatch. Ну типа ок, но типа не ок. Ладно, давайте что-то делать. Давайте, я фулл фокус. Извините, буду меньше говорить, но зато я буду на фулл фокусе. А это, мне кажется, поважнее, не? Подожди, я на иксе. На, все, я на иксе как раз таки. Ой-ой-ой, Санечка, а на иксе неплохо работаем. На, понял, бот. На иксе, блин. Вспышка. На. Да, ну ско... Чё? А, я 102 нанес. Ладно, нормально. Ставлю преграду. Всё нормально. Я внес как бы, импакт в эту игру. Я сделал 4 килла. Нормально, всё. Хорош. Мы на этом... А куда... Зачем на аплент она ушла? Аккуратно живём. Аккуратно живите, аккуратно делайте. Давайте, let's go. Все, вот делаем, надо просто собраться. Понятно, что я бот, но я имею опыт, я имею аим, я имею все, что имею. И могу что-то определенно всегда делать. Валить. Ну не, он не успеет, ну ладно. Угу. А, причем чуть-чуть ему он не успел. Ладно, я... Что, я молодец. Я молодец, я красавчик, я вообще ворам вообще у my heart bull, можно сказать, да. Это, опа, опа, ребят, опять же напоминаю вам то, что по ссылочке в описании вы можете подписаться на мой Яндекс.Дзен, Рутуб, Твич, потому что как бы YouTube все-таки могут заблокировать и, возможно, у меня не будет возможности выкладывать видео. Я не прошу смотреть, ну именно на YouTube видео я не смогу выкладывать и я прошу вас, я не заставляю вас там смотреть видео, я просто прошу подписаться на случай блокировки. Ой-ой, вы что творите? Убила. Ой, молодой. На. Осторожно. Норм. Ай-яй-яй, что за зелень? Что за ересь, что за зелень? Тихо. Глаза берегите! Подожди, цешка, я... Что с... Спайк на Б. Я понял. Да сколько? Один враг. А, помощь мне дали... О, хорош, мы победили. 34 снес, 68. Нормально, нормально. Я делаю, понимаете? Я делаю. Я внес какой-то импакт в эту игру. Я внес. И я уже молодец, понимаете? А что за пушка? А, нормально. Бегом, бегом, бегом. Я не знаю, есть тактика, может быть, пуша, или надо, или не надо, и фиг его знает, на самом деле. Сейчас на ланге играть такое себе, но при этом, видите, у них дохрена денег. У них от слова совсем дохрена просто денег. Это плохо. Кредитов дофига. А у нас тут мало, несмотря на то, что мы выигрываем. Спайк на миде.
Я уйду отсюда. О, погоди. А я же могу докупить. Я прекрасно знаю, где вы. Я знал, что он меня спалил, потому что какая-то фигня была. Ну да, перестань. Сколько? 111, ну чел. 111, да ладно. Ой, сейчас GG будет. Ой. Нормально. Осторожно. Аккуратно. 1 в 3. А, в спину. Ну капец, да, видите, у них кредитов 9, 7 тысяч, 3 500. У нас ни хрена нет. Сколько у меня? Да мне без разницы, пятеро их или 50. Идем уже. Идем ты, идем. Чего? Чё за бред? У меня по деньгам просто тупо лоу бабки. Крученая подача. Полезная хрень на самом деле. Давайте, ладно, что-то пробовать. Я не знаю, давайте что-то пробовать, что-то выносить, что-то произносить. Там вообще лава течет. Нормально. Спайк, и что будем делать? Я вот не понимаю на самом деле вот этой темы. Шутки кончились! Вам конец! Глаза берегите! Давай! Лишу их. Умри. Ну зато у меня X есть. Я могу на X вылетать спокойно. Понятно. Что? Что за что с пушкой? Ладно. Чучело пулик. Помощь. А, под Так подожди, так я попал. Так я все-таки попал это в него. И мне дали помощь. Тогда нормально, слушай. Время охоты. Я его не видел, я просто тупо выстрелил в смог, и я попал в него. И также, а он попал в меня. Получай. И убил. Ой, Санечка, 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 вверх. Вижу, двое на дно. Чел, живи, пулик. Остался один. Живи. Враг. Живи, чел. На нафиг, Егор, пихарю. У меня 5 киллов. 5 киллов, окей, нормально. Последний раунд перед сменой сторон. Я считаю, нам тяжело пушить вообще. Я считаю, нам тяжело пушить, и лучше нам вот будет за КТ отыгрывать. Не знаю, может быть, я, конечно, не прав. В любом случае, у них есть деньги, у нас их нет. На иксе. На иксе, да? Сейчас я покажу, как надо. Да, это я сказал, я сейчас покажу, как надо. Я вылечу на иксе. Смотри. Оп. Все, погнали! А, все, я не успел, прикиньте. Осторожно. Да. Глаза берегите. Что за фигня? Все, пацки, я иду, я сейчас буду выносить. Спайк на А. Я прекрасно стал. Да, что? Да ну, я только что оттуда отвернулся, ладно. Нет зарядов. Ну я, по крайней мере, не ластовый, ладно. Я хотя бы что-то могу. Хорошо, у нас смена сторон. У нас смена сторон. Смена сторон. Да, смена сторон. Не готов, честно признаюсь. Не готов вообще от слова. От слова совсем. От слова совсем не готов. И, конечно, все попробую сделать максимум. Я выжму себя максимум чисто. Сейчас два видоса сразу записываю. Следующий видос будет по стенду. А вы нормальные? Оставить Бэплэнд. Вон бежит она, бежит, Джокер бежит. Это очень неправильно сейчас в данный момент было сделано. Оставить Б. А, так тут три планта, нормально. Ну я не знаю, типа они пропустить. Типа пропустить их на плент, я думаю, это не так уж и страшно. Давай, пошел. А, ну все, GG. А. Остался
забейте. Ой, ну чё за бред? Что за бред? Мы ни килла не сделали просто. Ну да, это кибер. Меня убил. Меня кто? Меня, если не ошибаюсь, убил вот С5, который... Да нет. Я не буду сдаваться. Я не буду сдаваться. Потому что я не хочу сдаваться. Потому что я хочу поиграть. Я хочу что-то... Подожди, давайте на Б полечу. Давайте на Б мне. Ну как? Как бежать? В смысле, а почему? Почему X не работает? Я в сталкер все еще играю, да, типа X на Иксе. Пошли! Куда? Куда? Дядь, куда? Понеслась! Спайк установлен. Осторожно! Ну чел, а что я убил тогда? Я дрона, ну ты скоты, вот скоты. Минус один. Ну это GG. Ядовитая сфера создана. Да, мы так и живем, мы так и играем, у нас так же, это вот это вот все вот так вот в данный момент и происходит, а чё нет, когда да? Ну, мою пушку забрали, честно. Вообще обнаглели. Что? Я не понимаю, что мне делать. Что мне делать? Хорошо, я беру гробовик. Здесь в этой игре кемп не работает вообще. Кемперить не получится. Главный вопрос. Почему? Ну, понятно, ты у нас бегаешь. А, тут пожар. Прикольно. Я как Феникс, мне нормально. На самом-то деле. Блин, я вообще стою на Б, слышу, на тут закладывают. Ой-ой-ой, Санечка. Санечка! Ой-ой-ой, хорош. Спайк на миде. Ой-ой-ой, хорош, дайте дров. О, норм. Осторожно! На. Это будет перетяжка? Это будет перетяжка, нет? Остался один игрок. На! А я не дал ей сделать эйс, чтобы вы поняли. Я не дал ей из... Да, хорошо. Я не дал ей эйс сделать. А потому что пошла она нафиг, да? Понимаешь, 7 килов. Ну да, прошло. Подожди. Нам нужно откамбэкать очень много. Ё-моё, очень много надо откамбэкать. Ну ладно, а если ей надо, значит надо. Все, хорош. Сколько я килов дал? 2 получается. Нормально. Что? Ты шо лагаешь? Давай, результат. Ладно. Вы их решили пропушить, но я, по крайней мере, нанес 68 и 74 урона. Остался один игрок. Отвали! И я прекрасно знаю, где вы. Тебя спалили, дядь. Да? Спайк установлен. Мне кажется, это было слишком бесшумно. Минус три. Чё, Рил? Всем пока. Чё, Рил минус три щегадем? А может быть минус четыре еще сделаю? А, ну ладно. Ой, дерево выросло, нафига? Подожди, ладно, давайте, у нас что, у нас... 5-11, мы проигрываем, это очень плохо. Сложная тактика, но я в вас верю. Угу, угу, ты все правильно сказал. Давайте пробовать вот так.
Давайте пробовать вот так. Не знаю, что из этого получится, но надеюсь, что-то получится, потому что сейчас я на лонг встану, и нормально будет. А куда я могу встать? А можно мне сюда? О, спасибо. Приманка. Промазал. Рейны больше нет. Ну я, ну что, я попал? Ну серьезно. Перезаряжу. Ну чё, бла-бла-бла. А, так у меня был X? Не, он сейчас у меня был. Я понял, снайперские винтовки мне лучше не давать. Ну, по крайней мере, это было своеобразное эко. А чё бы нет? Давай. Я не знаю, я не тильтую, потому что... Потому что что? Потому что это Valorant, это не стендов, я не сливаю звание, у меня все окей. Все, погнали! Вам лучше бежать. Не успел. Ульта не готова. Спайк установлен. О, нифига себе, скинчики. Остался один игрок. Чилы немного скинодрочеры. А, ну это все, это слив, это да. Ума. Победа нападающих. Да, мы проиграли. Пораженичко. Ладно. Что бы делать? Главное, чтобы нам дали опыт, вот это вот все. А это нам по-любому дадут, потому что мы сайбер спортивный киберкотлет. Но на деле нифига. MVP игры. Ну, Егор, понятно. Ой. 34. 13 уровень. Я правильно сказал, что у нас 12 был. Уровня. 9 свертей. Дамс. Конечно, да. Ладно, ребят, надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, лайк. Если не понравилось, дизлайк. И напишите в комментариях, баташенька ли получилось. Ссылка на Дзен, Рутуб, Твич в описании под этим видеороликом. Пока!